Хей-хей-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Лагерь, и сегодня мы будем проходить третью часть нелогичного Майнкрафта. Ну, если вы вдруг не видели предыдущие две части, то вы можете найти их, например, в конце этого ролика, то есть, если смотрите ролик до конца, там будет предлагать вам еще две первые части, и они такие же классные, надеюсь, как и это, поэтому мы начнем. Предыдущие карты начинались очень хитрым образом, например, в первой части нужно было нажать вот на эту кнопочку, а во второй части кнопочка была спрятана. Давайте-ка попробуем запустить в этой. Ну, я подозреваю, что у нас ничего не получится, но попробовать стоит. Лол, I got you again with it. Ну, я не думал, что все будет так просто, и вторая кнопочка не спрятана, как во второй части, поэтому нужно каким-то образом начать эту чертову игру, а как это сделать, я еще, конечно же, не знаю. И я даже выпасть не могу, вот настолько все плохо. Обшарив свой инвентарь зачем-то, я нашел слезу Гаста, и тут попросили не трогать, что мы, естественно, и сделаем. Слеза Гаста. И что мы с ней можем сделать? Давайте попробуем ей нажать вот на эту штуковину. Нет, это так не работает, и что же мне с ней выбросить ее? Да, ну что ж, мы снова на платформе, и я не могу выпасть. Я должен выпасть, эй, господа, я должен выпасть, потому что обычно на этой карте нужно выпасть, чтобы... Я же только что не мог выпасть. Кнопка. Я не могу донести, что за тонкий троллинг от Песоты. Я не могу до нее допрыгнуть. Нет, видимо, это работает немножко не так. Давайте-ка снова упадем. И нам это что-то даст? Абсолютно ничего. И еще попрыгав полчасика, я понял, что стоит снова заглянуть в инвентарь. И здесь у нас уже есть земля. Уф, вот с этой штуковиной я явно смогу допрыгнуть. И да, я прошел этот уровень. На что у нас здесь? Оу, горячая подстилочка. Ну ладно, в любом случае, нам нужно нажать вот на ту кнопку. Я, конечно, в этом сильно сомневаюсь, но попробовать стоит. Итак, мне нужно поджечь себя и запрыгнуть вот сюда вот. И потом вот сюда, потом вот сюда, сюда. Чёрт! Так, давайте-ка попробуем еще раз это сделать. Так, давайте-ка еще раз и еще раз. Нажимаю на кнопку. Да, это было настолько просто, что я прям слегка не поверил, что это даже эта карта. Так, а у нас здесь что? Будем забираться вот так вот. Ну ладно, окей, без проблем. Как забраться тут, если я не могу прыгать? Я не могу прыгать. Что происходит? Ладно, я подозреваю, что не все так просто. Ну что ж, давайте-ка попробуем еще разочек, буквально вот как-то пройти. Окей, а вот тут уже начинается какая-то головоломка. Давайте-ка сделаем вот таким образом, пройдем сюда. Черт, давайте-ка сюда. О, у меня кажется, у меня получается. Вот. Кто ждал, что все так повернется? Теперь я хотя бы знаю, что и куда проходить, поэтому будет попроще. А здесь, скорее всего, просто надо взять разгон. Я могу прыгать? Я научился прыгать. Я не в курсе, как это произошло, но прыгать я научился и прошел на следующий уровень, уже четвертый, между прочим. Здесь у нас непонятная штуковина. Сундук заперт. Окей, запертый сундук ни о чем хорошем говорить не может. Поэтому мы пойдем искать кнопки. У нас здесь очень много кнопок, и они все кнопочные, кнопки, кнопулечки. Ножницы. Окей, зачем нам ножницы? Можно ломать ковер. Ага, подсказка у нас, можно ломать ковер, а ковер у нас вроде только один был в юрте. Оу, я нашел секретный ход, и я надеюсь, что там будет проход к следующему. Это было несколько неожиданно и нечестно со стороны разработчиков. Я-то уж был уверен, что все хорошо у меня, но явно нет. Каким-то образом надо не попасть туда. Как это сделать? Ладно, окей, это была плохая идея, поэтому нужно забрать вещи с сундука до того, как я смогу опуститься. Надеюсь на это. Давайте-ка попробуем это сделать. Ай-яй-яй, я не умер. Окей, ладно, убедили, я в принципе взял ключ, и я вообще не вынимаю этой карты. Сырая треска. Это мне дало сырую треску. И, как я подозреваю, мне надо кого-то приручить. А кого? Само нацелот. Oh, to give him the fish. О, он хочет рыбку. На, друг, я ж тебя покормил. Я его покормил. Эй, уровень проходись. Да господи, тупой целот. Пройдись. Что будет, если его убить вообще? Потом... Ладно, окей.
Кто ж знал, что я просто от злости уже просто избегал всю карту, а он... Ладно, окей, без проблем, и сейчас нам нужно куда-то пройти. Примерно на песочке, я подозреваю, нам нужно забраться. Давайте-ка попробуем это сделать. Прям допрыгну до пальмы. А пробел у нас ладный, оказывается, поэтому нажимать я его не стал, чтобы лишний раз не потратиться. Ну что ж, опа, на. Ну ладно, у нас есть еще одна попытка, в принципе, этого нам никто не запретит. Я забыл, как прыгать. Опа. На, да, я начинаю подозревать, что это слегка невозможно, но нет ничего невозможного. Давайте-ка... Диктор озвучивает все. Что это было? Что это было? Я даже не понял, что это было. Ну ладно. Да у меня должно получиться, господи, я же лучший прыгальщик вообще во всем мире. Мне кажется, что тут вообще нереально допрыгнуть, но я допрыгнул. Я, мать его, допрыгнул и перепрыгнул. Давайте-ка попробуем еще разочек выйти. Что-то хпшек не особо много. Я допрыгнул, я подозреваю, что теперь мне все вообще уровни покорны. Я вижу табличку, и на ней должно быть что-то написано вроде трололо. Что-то написано... О, попробуй умереть. Ладно, мне немного осталось, давайте-ка попробуем умереть, типа, не особо сложно возродиться. И я прошел этот уровень. Где логика в этой карте, господи? Вообще не понимаю, что происходит. Жемчуг Эндера, могу их навыдавать себе сколько захочу, и я подозреваю, что тут, судя логике, я должен телепортироваться в воду, но нет, давайте-ка сразу в ад. Можно, пожалуйста, в ад? Меня даже в ад не пускают, помоги! Из-за предела карты я вылететь тоже не могу. Ну что ж, такое себе развлечение. Окей, пойдем в воду. Ну, хоть сюда меня пустили. You need to stick to right here. О, господи, как попасть обратно? Как попасть обратно? Видимо, утонуть, потому что все эндерперлы у меня забрали. 10 карт из 10. 10 роллингов из 10. Кстати, я попал в лавиную штуку, просто нужно было хорошенько зашпундолить. И здесь мы находим первую палку, и осталось найти вторую палку, ведь там было написано 2 палки. Ну ладно, окей, куда тут можно тыкнуть? Еще я, конечно же, не представляю. Короче, если сломать табличку, должна выпасть палка, потому что других... Господи, ладно, других причин я не видел, и я вообще не понял, как это работает. Но ладно, окей, прошелся уровень, и хорошо. Здесь написано «Another Ender Pearl leave this time glitch». Теперь у меня много эндерперлов, и с ними явно что-то нужно делать. А что я еще до конца не понял, но нам нужно явно вниз нажать вот на эту кнопочку, и каким-то образом это надо сделать. И я вспоминаю свои деньки на сервере, когда с помощью эндерперлов можно было попасть куда угодно. Они должны багаться. Ну, ребятушки, ну, давайте-ка забагаемся. Господи, я забыл, как багаться. Ну, это, в принципе, нормально. Поэтому сейчас я попытаюсь это дело все победить и надеюсь пройти вот туда вот. Нужно как-то забагаться у стекло. А я это зарабить никто не ведает. Короче, ребят, это так прикольно. Решил в подсказку залезть. Смотрите, как экранный диктор это все дело произносит. Here on the side of the glass and after through the slabs and finally on the bottom part of the top slab. My English, it's very хорошо. Примерно так же я общаюсь на английском, поэтому надо его выключить. Я вообще озвучивает чат. Не в курсе, как он включился, диктор, на самом деле. Но в любом случае мне нужно как-то пробагать эту всю штуку, и я признаю, что багать я не особо умею, потому что явно ночь починил все это дело. Скорее всего, это продлится пару часиков, но ничего, все ради вас, все ради вас. Короче, ребят, я пропрыгал вниз, у меня получилось раз из миллиона. Я думал, что вот эта кнопка, она пройдет, но нет, мне нужно идти дальше. И мне снова нужно через стекло попасть на... О, господи Иисусе, как это сделать? Окей, ладно, это уровень был изичный, я никому не скажу, что он был пройден всего лишь за полчаса, и написано, что этот level not bugged, он не багнутый. Error написано у нас на крючке, error. Давайте-ка возьмем удочку и... Кнопка? Нет, ну это было бы слишком просто, и здесь у нас слизь. Я подозреваю, что с этой слизи надо прыгнуть очень высоко, чтобы куда-то забраться, и это будет последний уровень. О, кнопка. Надо нажимать на все кнопки.
надо пользоваться всеми случаями, потому что я никогда не буду знать, где тут что до конца пройти. Выглядит как очень глупая зада... Почему я не подпрыгнул? Тут очень много странных вещей. Очень много. Вы не представляете, насколько тут стрёмный уровень. В любом случае, даже в инвентаре мне ничего нет, поэтому нам нужно нажать на определенную кнопку, которая я даже не знаю где. Возможно, это вот эта плита. Именно поэтому я пойду попробую забраться наверх и еще раз попробую спрыгнуть. Но почему-то я абсолютно тупо ударился и даже не подлетел. Мне это не очень-то и нравится, но давайте-ка попробуем еще раз. Может, я как-то криво приземлился, зная себя, я мог делать это. Этого явно не хватит. Ну, давайте-ка немножко будем думать, чтобы не думать. Может, верстаки? Палки! Давайте-ка соберем все палки и... Эррор. Крючок под названием Эррор. Ну, ладно. О, кнопка. Черт, они тут так спрятаны, что... Ну что, кнопочка, давайте-ка попробуем тебя нажать. И нет. Откуда здесь взялся сундук? А вот так? О, кнопка, можно поставить на Миссинго. О, знать бы, что такое Миссинго. Может ломать Миссинго. Господи, мне нужна помощь Google Translate. Все бы ничего, но Google переводчик этого слова явно не знает. В связи с этим у меня возникают тоже определенные проблемы. Мне нужно этот куда-то поставить, тыкнуть кнопка, но я еще не знаю куда. Поэтому нужно быть подсказки, дорогой друг. You know we'll need to think. No game mode. Господи, это сложно. И если вы сидите по ту сторону экрана, думаете, какой же я тупой. Нет, это сложно. Если бы вы тоже попробовали, я думаю, у вас бы возникли определенные проблемы. Ну, короче, долго думать не будем. Давайте-ка все-таки пропишем гейммод 1, как было написано в подсказке. И все. И это было решение. Серьезно, я там парился, чтобы просто в конце... О, господи. Гейммод 1 нам помог. И это создатель карты The Creator. О, вы посмотрите на этого славного малого. И это была третья часть нелогичного Майнкрафта. Поэтому я вас поздравляю, мы прошли это безумие. Ну что ж, ребятки, я надеюсь, вам понравилось это прохождение, и мне оно понравилось безусловно. Так что ставьте ваши луканцы, можете на меня даже подписаться, чтобы увидеть новые ролики. Поэтому тыкните лайк, тыкните колокольчик и посмотрите предыдущие две части. Они не менее крутые, я вам гарантирую. Ну что ж, ребятки, всем удачи, до новых встреч. Пока.